М8А1 – редкий и крайне интересный вид модификации Стюарта, а точнее М8 Скотта, с длинноствольной 75-мм пушкой, как на Шермане, М3. И сегодня поговорим именно о нем. А стоит ли всеми правдами и неправдами добывать его за гайдинкоины? И стоит ли вообще потом ждать от него хоть каких-то результатов? Ведь это быстрая машинка, даже с какой-никакой броней и очень интересной пушкой на боевом рейтинге 2.3. Погнали в бой и узнаем это там. Так, ну что ж, стартуем под точку А, наверное. Хочу попробовать кого-нибудь подстреливать, раз уж наградили хорошей баллистикой и вот таким еще прекрасным зумом. Попробуем кого-нибудь на подступах к этой точке отстрелить. Башня вращается совсем не быстро. Но углы у нас есть, минус 10 градусов вниз, броня какая-никакая есть, хотя рубка открытая. Браунинг! Посмотрите, какая прекрасная находка, да? И в общем и целом, приятно ощущается танк. Потому что на очень близком соседнем там БР есть, грубо говоря, М5 Стюарт. Который, ну извините меня, таким орудием и близко не обладает. И его возможности им сильно ограничены этой ранней 37-мм пушкой. В то время как здесь мы вышли уже на крайне достойный уровень. Если сравнивать, вон есть какой-нибудь М3 Ли, у него орудие по сути то же самое будет. Только, конечно же, М3 Ли имеет большие габариты, заметно. И, соответственно, на нем сложнее будет вот так вот делать. Быстро выходить на позицию и после этого долбить противника. Правда, М3 Ли танкует получше, но... Это такое. Хорошо смеется тот, кто урон вообще не получает. Кого даже не увидели. А то это все... Такое себе. На Маусе вон много брони. И что, помогло это ему? Ну, как не особо. Слушайте, тут такой хороший зум, что я с непривычки боюсь не докинуть и, наверное, сейчас начну перекидывать. Но пока 2 из 2, пока все хорошо. Вон там какой-то проехал. Господин на всю страну такой один. Сюда будет он выезжать? Ой, будет и правда. Держи-ка. Эх, не удалось. Это... БТшка какая-то. А я все до нее не докидываю. С таким-то прекрасным зумом тяжеловато мне. А ну-ка еще разочек. Думал, может себе такое позволить? Нет уж, нет уж. Опа, смотри, наш клиент. На своей фигне. Подумал, что натанкует. Угу, 10 раз. Браунинг крупнокалиберный таких ребят не прощает. Интересно, он поднимается прямо наверх? О, да, можно еще и самолеты сбивать. Просто превосходно. О, здрасте. А вы кто? Я стесняюсь спросить, что вы делаете такую вещь. Ой, какая грязь! Какая грязь! Я уже начал приблизительно понимать просто... Сколько там по дистанции? И как же я ему отвесил знатно. Юнкерс думает, что он хочет тут поштурмиться? Это ошибка, я полагаю. Так, слушайте, а их там прям совсем много. Я союзников теряю на ровном месте. Мне даже не дают нормально тут существовать. А ну, иди сюда, негодяй. А, кончилось. Обидно. Ну ничего, перезарядим. Он меня стоит, ждет. Стоит там под артиллерийским ударом. Думает, сейчас он пройдет, дым рассеется, и тут вжбан. На! Доигрался, чудик. И ты тоже доигрался. О, мой бог. Уже 6. Уже минус все, кто тут есть просто. Тоже лови. О, Су-5-1. Танкануло. Это печально. Но тут уже все. Больше некому особо так веселиться. Наши пришли. Красота. Справляемся вроде как мы с этим направлением более-менее. Держи. Высунулся, получи. Вон еще один есть. А ты кто такой?
Откуда взялся? О! Сплошные ваншоты, господи, что я творю? Как я еще и попадаю по ним? Просто без промаху. А, этот все, наконец-то погиб. Отлично. Это я еще снарядов мало взял. Надо было больше брать. Че экономить? Хрен поймет. Держи. И тебе ваншот. Девятерых. Ну это лайк. Уже девятерых. Где там наш десятый-то? На Су-5-1. А они все прут и прут. Прут и прут. Просто не кончаясь. Он там чуть левее был. Я его не вижу. Слышь, ты на иле своем. Уходи-ка от меня. Так, вот он вроде отстрелялся. Оп. Под днище ему закинул. Но он сейчас весь боекомплект потратит и... из-за этого проиграет. О, минус наводчик. Хорошо. Мне нужно перезарядить. Я... Опа! Зацепился! Что ж с тобой произошло, дружище? Наверное, я отстреляю всю эту ленту до конца. Все, и перезарядимся. Су-5-1, к сожалению, не погибло до сих пор. А живет и здравствует. Я боюсь на нее высовываться. Так себе идея, я считаю. А она все еще жива была. Десятый фраг, е-бой. Это не считая еще помощи, которые мы тут сделали. Ну что, ждем авиацию. Точку А дефаем просто в одиночку. Вообще у противников тупо без шансов. Так, ну этот далековато пролетает. Есть еще среди вас желающий кто-нибудь? Есть, смотри. Лезут, не кончаясь. А у меня боекомплект пуст, ё-моё. У меня браунинг остался только. Я мало боекомплекта взял. Что-то я не ожидал, что... так сказать, мне его понадобится. Такое количество. Чё он там за... странные какие-то крутит? Приблуды. Ладно. Придется, к сожалению, ехать вперед. У нас точка А падает. А как мне... собственно, её... это... как мне боекомплект пополнить на этой точке, если я не могу на нее зайти, потому что меня убьют? У меня только пулемет остался. Ну, ладно. Знаешь, у меня только пулемет, но... но у меня пулемет пробивает тебя. Блин. Он урон не получает. Вон они у него пожелтели за это все дело, и все. В следующий раз берем просто больше боекомплекта. Будем знать на это. Ладно, у меня есть авиация, возьмем какой-нибудь вон корсар. Наши еще ведь вообще не побеждают за это все. Самое-то, что смешное. Вот вообще нифига не побеждаем. И противников еще полным-полно. Ладно. Сейчас будем пробовать помогать. Да, авиации у них прям полно. Вот так вот. Ошибка с количеством боекомплекта, которого я решил в этот раз взять поменьше. А то вы мне писали, зачем ты так много берешь боекомплекта. Ну вот, чтобы в этих ситуациях не оставаться. Наверное. А тут как раз произошел вот такого рода косяк. О! Что-то сломалось у него. Будем думать, ничего важного там не было. Так, тут какая-то штука, которую надо вшатать типа флагпанцера. И тут же еще какая-то штука, которую нужно вшатать типа панцира третьего. Ой-ой-ой, хорошо, я все-таки попал. Я уже думал, что в бок уйдет куда-то бомба, но нет. Попадание удалось. Иди-ка сюда. На своем, кто бы это ни был. Это 28, наверное, какой-то. Или БТшка, это та же самая все еще. Нет, это 28, наверное. Блин, ну я ему не нанес урон нормально. А на точке С у нас что происходит? Почему мы здесь все проигрываем? О, там это. Зениточка. Но она меня вшатает может. Вполне себе легко. Надо, конечно, попробовать. О, не удалось ей. Отлично.
На этом респауне мы тоже все хорошенько так прочистили. Еще одна зенитка, ё-моё. Это итальянская это. Отдохни-ка. Блин, у меня тут техника какая-то в воздухе опять появилась. Это бипланище? Это бипланище, я не успеваю. Это большая ошибка. Пропустить биплана. Ну, я уже не жилец, все. Мне тут на 6 кто-то сел у них с респауна. И, в принципе, до этого я получил заметные повреждения. И самое главное, и союзники-то все далеко помочь не могут. Никак совершенно мне. Какой же корсар крепкий все равно. Как бы оно все ни было. Ну, теперь мы доигрались, конечно. От него уже было не улететь. Ну, ладно. Главное, что самолет сбит. 4 танка уничтожено. Победу должны вырвать. Тем более у нас вот есть еще, например, тот же самый Wildcat. Погнали на нем. Надеюсь, как-то мы удержим А и Б. Пока все идет к победе. 14 фрагов. Вообще отлично. Ну, думаю, что тут уже излишне будет говорить про то, что М8А1 как-то там плох. Не, хорош. Но это в топе. Встреться с каким-нибудь он Т-34 или КВшкой, уже будет все не так весело. Но понятно, что вверху списка у этой пушки вообще нет особо конкурентов, кого ты можешь не пробивать. Это все редко будет встречаться на 2.7-то. Поэтому и ваншоты. А где? А, вот он, прям внизу, вот это. Ничего себе. Слышать-то я его слышал, но не ожидал его увидеть так низко. Этого я тоже не смогу отпротаковать сейчас. Я за самолетом пошел, придется идти до конца. Вот идиотизм-то! Какого хрена? Во-первых, какого хрена я его задел, во-вторых, какого хрена он-то не поломался. Конечно, помощь... А, мне еще и помощь в уничтожении засчитали, отлично. То есть это еще не сбитие, да, когда я его протаковал. Ну, конечно, как же этот хороший бой мог закончиться нормально? Нет, конечно. Ладно, идем дальше. Это уже погорит. Такс, ну давайте стартуем еще разочек. Поля Нормандии. Я думаю, благодаря нашей подвижности можем попытаться влететь как-нибудь хитренько. И многим противникам доставить хлопоты. Тем более мы опять плюс-минус в топе, я так полагаю. Выглядит это очень похоже, по крайней мере, на правду. Тогда поехали через центр. О, это еще и режим сражения. О, это будет надолго. Это будет муторно. Взял чуть-чуть больше снарядов. Может быть, конечно, и не пригодится столько. Опять же, тут отъехать-то легко, но... Тем не менее. Я, наверное, предлагаю прям вот под точку Б идти. Они пойдут на... Сюда как-то, может, полезут. Вот мы этих будем искать. А у них что может быть? Может у них быть пума? Пумы у них, наверное, и нет. Не должно быть. Меня волнуют только те, кто очень быстро захочет идти защищать точку Б, если такие вообще найдутся. Кто будет так же быстро, как я. И так же, наверное, целеустремлен. Что-то едет. Что-то такое же быстрое. Это наши. Да, мне не показалось, это все-таки не мой двигатель. По ощущениям, по крайней мере. Вон, стоит. Держи, нет, все-таки у них есть пумы. А сколько до него метров? Эх, было близко. Что-то я это, перенаглел, по-моему. Газик так тем более. Фига их там. 600 метров? Да не 600, блин. Нифига. Обманывают меня опять.
Нифига не 600. Замеряешь? 600. На самом деле не 600. Это панцирьягер. Обо мне не знает. Понятно. Это четвертый панцир. Повезло, что мне удалось его развести. А у него перезарядка быстрее, чем моя. В смысле? 8,7. Да, у нас очень долгая перезарядка на этой штуке. Дольше, чем на панцирах. Я выстрелил первым, потом выстрелил он. И при этом он все равно быстрее перезарядился. Такой вот косяк произошел. Ну, это у меня экспертного экипажа нет еще. Поэтому да. Меня просто поймали на том, что я не знаю особенностей своей техники. А перезарядка занимает на данном аппарате, в отличие от Шермана, куда больше времени. Даже если у нас такая же пушка. Сам себя по итогу убил. Мог бы их всех переиграть, но незнание особенностей техники своей и техники противника приводит вот к таким ситуевинам. Хотя на самом деле это я достаточно самонадеянный игрок, судя по всему. Потому что можно было бы и без этого обойтись. Ну, с другой стороны, ладно. Сейчас тогда их просто поштурмим. Там около точки Б, правда, где-то есть зенитка. Ну, помню, я же по ней стрелял. И мне это прям вот... Не нравится, иди. Слушайте, тут вообще жесть какая-то. Чё у вас здесь сколько? На, держи. Твоё будет. Кого увидел, того взорвал. Тут их очень много, поэтому... Не пеняй и не серчай. Был выбран конкретно ты, просто по воле рандома. Так, был выбран конкретно ты, тоже просто по воле рандома, тебя уничтожить проще. О! А вот у них и авиация появилась. Авиация, говорю, зенитки проснулись. Да ладно, как ты меня зацепил? Опять трассеры мимо летят, а все равно попадают. Вот негодяй. Вот этот пазик, который меня тут шатал. Ему закинули. Так, мне надо выруливать, наверное, отсюда. Пойду-ка я в другую часть карты. Вот здесь союзникам попробую помогать. Ну, корсар меня все еще радует. Потому что он ни капельки не изменился. Поэтому он все еще меня радует. Да, давайте штуга вот этого страшного уничтожать. А то у наших могут быть с ним определенные проблемы. Так вот... Почему бы не облегчить им жизнь? А! Ага! Ага! Вы поняли, что произошло, да? Вот там вот где-то была кинута артиллерия. И меня сбила банкой с краской пристрелочной от артиллерии. Рандомно кинутой куда-то там на нашего союзника. Это везение уровня... Или не везение уровня 1 на бесконечный, чтоб я хоть раз... Я вижу это второй раз за 10 лет своей игры. Такую ситуацию. Ну, этот бой... Я понял. Этот бой это просто пранк. Давайте дальше. Так, надеюсь, на этот раз будет без таких неожиданно ужасных совпадений. Наверное, сразу стоит кинуть артиллерию на проезд. Может быть, кого-то сумеем поймать на этом самом разъезде. Потому что тут часто любят пробегать целая куча на точку Б. Хочу ли я их встречать? Я могу, в принципе, заехать сюда и встречать их всех здесь. Могу на точку Б. На точку Б профитнее, потому что захват, но не знаю, короче. Сейчас разберемся. У них могут быть пумы отвратительные. Цель не была повреждена. Ну, что ж, на этот раз на шару уничтожить никого не удалось. К сожалению. Такое бывает. Остаться их здесь встречать, интересно мне? Или все-таки на захват? Остаться встречать. Это была ошибка. Не подготовиться к отступлению. Потому что там их... Немного больше, чем я планировал.
самую малость. Еще здесь наш вроде бы. Страшно, страшно, вырубай. Просто целой толпой. У нас вообще справа респауна никого нет. Ну, кто бы удивился, если бы было иначе. Наш просто приехал и... ни о чем не думая и не жалея. Влетел насмерть. Ну, теперь можно пробовать. Вроде я никого особо не слышу больше. По крайней мере, прям вообще вблизи. В самый-самый. В самый вблизи. Так что... захватываем. Тут вообще как-то союзников не интересует победа, да, судя по всему. Как и захват всяких там важных точек на карте. У союзников свой взгляд на вещи. А мне от этого не хуже. Цели есть, препятствий не вижу. Главное, чтобы неожиданно ко мне не подкрались. Такое, к сожалению, может быть. Здесь вроде ничего не видно, так вот, навскидку. С другой стороны, их слева могут поджать. Тоже было бы не так уж и плохо. Вот он. Не вижу. Дерево-то сломал, а флагпанцер не сломал. Ну хватит шататься, ну дружище. Давай, переставай шататься. Ну, да, попадания последние три выстрела моих были... ну и хрень. Это я вслепую почти выстрелил, надеясь так, на чудо. Чудо не произошло, как всегда. Во! Теперь уже наверняка. А эта штука все еще едет, вообще не переживая, да? По нему стреляют. А он и не переживает за жизнь свою. Не удалось. Мне уже пора переживать за точку Б, нет? Что-то мне подсказывает, что, наверное, пора. И уже давным-давно. Опачки. Случайно чеха убил. Думал, не попаду. Это хорошо. Но под нами 100% несколько вот этих вот друзей где-то. Чё, дымы эти? Ты чем там умер? Чё так чадишь-то, а? А в этой игре звук вообще будет? Я его тупо вообще не слышал. Он в упор ко мне приехал, и я его тупо не слышу. Прикольно. Прикольно. Я не знаю. У меня настройки управления не менял. Я просто перестал слышать противников. Это уже на самом деле давно стало, что так вот... тихо. Громкость двигателя, стрельбы, все так. Ну, сделаем вот таким образом. Сильно лучше слышать все равно не стал. Обидно. Когда он так вот сумел подкрасться. А где он? Это вот это, да? Да, это вот это. Нанес я ему повреждение. Это вот тот же самый чувак, который по мне, видимо, отрабатывал. На Сдюке. 222. Я думаю, тут на респаун можно заходить. Посмотрите, сколько там всего. Надо только сначала вот-вот-вот-вот зениточка. Это флагпанцер Гепард. Опасная хрень. Надо пробовать его убить. Конечно же, урон по нему не проходит. Ну, рано или поздно проходит. Боекомплект в таких случаях я не экономлю. Надо бомбу уже отцеплять на кого-то, но... на кого? Они с этого респауна просто мрут, как мухи. Я не успеваю. Даже бомбу не на кого пристроить. Они с такой скоростью мрут. Да, этих-то я и как бы вон с пулеметов убиваю. Зачем же мне тогда бомбу тратить, если мне и пулеметов достаточно? Опа, смотри, что едет. Слушайте, а его не убили, да, на кишке? А на кишке он его вообще, в принципе, вряд ли может уничтожить. А что это такое? Не знаю, я, наверное, не попаду с пулемета по нему еще раз и не хочу заходить. Поэтому
1000 фунтовка твоя. Чтоб просто не мешался. На точке Б у нас все... Я не знаю, у нас люди устраивают махач на поляне вместо того, чтобы побеждать. Вон точка Б абсолютно нахрен не нужна никому. Ни союзникам, ни противникам. Хотя противникам хоть насколько-то она еще интересна. Союзники у меня вообще не для этого в игру играют, судя по всему. Довольно обидненько. Ну, надеюсь, победим, потому что они хотя бы здесь продавили и респаун поджали, и хотя бы численность противника сильно подсократили, а, соответственно, это будет победа. Просто она такая. На тоненького. А вдруг пойди, что не так, как оно обычно и бывает. Но уверенно, уверенно, 9-ых, хорошо. Ну, корсар вот этот ранний, просто мое почтение. Муси-пусечка, определенно вам стоит на нем поиграть. Хотя про это я делал видео, повторяться не буду. Зачем, по крайней мере. Все знают, что это великолепно. Я надеюсь, все будут его использовать. Потому что на земке после него жизни нет. Ибо 6 браунингов на этом боевом рейтинге — это аннигиляторные пушки, и вы сами это видите. 2 захода — это, мне кажется, максимум, что может пережить противник. Обычно хватает одного. А боекомплекта, ну... около бесконечное количество. Особенно, когда у них нет ни зениток, ни желания с тобой бороться. То жизнь становится куда лучше. При том, что союзники-то у меня все равно погибают по чутку. Держи-ка. Ты кто такой? Вот, правильно. 12 фрагов всего лишь. Гораздо меньше, чем в первом бою. Ну и большая часть их, конечно, на корсаре. О, а вот эту штуку я, кстати, не пробиваю. Это же Су-122, я верно понял? Ну, с другой стороны, ладно, у них тут пазик есть. Правда, бой уже кончился. Очень обидно. А я мог бы и еще поковырять их. Ну, с другой стороны, и ладно. Стоит ли еще говорить, что на боевом рейтинге 2.7 этот сетап будет доставлять максимум проблем противнику, и что вы сможете на нем побеждать, особенно если играть взводом? Я думаю, тут не стоит ничего добавлять. Берите эту технику и наслаждайтесь жизнью. И даже если каким-то образом у вас окажутся деньги или вот эта техника просто в ангаре, то не забывайте ее выкатывать. Это действительно крутая штука, М8А1. А особенно, если вы еще и экипаж прокачаете, и у вас будет нормальная скорость перезарядки. Вполне себе адекватная. Вон, на М3 ли? 3 секунды. На мелкой пушке перезарядка, на этой, наверное, такая же, как и здесь. Только вот это гробище какое, смотрите, не едущее. А тут вот такая вот маленькая юркая и удобная техника, еще и с браунингом. Ну вообще же круто. На этом на сегодня все. Надеюсь, видео было для вас интересно. Если так, не забудьте его поддержать. Буду вам за это очень благодарен. Ну и пойду еще какую-нибудь выкопаю необычную технику. И вам ее покажу обязательно завтра. Так что оставайтесь, ждите. И до новых встреч.